3, 2, 1. Смотри. Все, вот ждем. Так. Ого. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. Итак, ребят, всем привет! Мы уже снимали 24 часа Макдональдс, и это видео вам очень понравилось. Но сегодня пришло время KFC. В этом видео будет просто миллионы калорий. Так что усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем это видео. Погнали! Итак, ребят, мой вес с самого утра 76 килограмм. В общем, на самом деле, как обычно, каждое лето мое тело сбрасывает лишний жир. Я становлюсь очень сухим, как в принципе и сейчас, да, разные приколы появились. Вот здесь внизу пресс очень сухой стал. И, конечно же, к вечеру все это изменится. Моя форма станет более залитая. И уверен, что на весах тоже будет совсем другая цифра. Поэтому прямо сейчас мы идем на первый прием пищи в KFC. Я очень голоден, если честно. Поэтому погнали. Если ты сделаешь с двойным хватком, ну, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Работаем. Смотрите, я же кавказец. Не, ну это же не отжимание. Да нет, подожди, смотри. Все, вот ждем. Так, ого. Ну нормально. 22-72. Классно. Класс. Ого. Все, не, ну, респект реально, сейчас куплю покушать. Вот работаем, так, да? Работает, нет? Работаем. В общем, мы с мужиком договорились, если он сделает отжимание с двойным хлопком, я куплю ему покушать бургер, поэтому сейчас он наконец-таки наберет массу, потому что он какой-то дрыщ. Держи, твой заказ. А это что? Ты знаешь, да, как, нет? Нет, нет. Да, давай, я подожду сам. Слышь, сфотографируй меня уже. Сфотографируй? Так, лакшери, да? Есть. Итак, ребят, прием пищи номер один. В общем, взял максимально много всего, потому что очень голоден. 3 часа прошло спустя, как я проснулся, ничего не ел, поэтому здесь у нас что это? Какой-то крабсбургер, да? Так, еще бургер один такой, это, скорее всего, большой чизбургер. Дальше крылышки, дальше еще курица. Оу, щит! Оу, щит! О май гад! Нормально. У тебя немного подлива там, бро. Подлива. В общем, да. Также пирожок, маленькая картошка фри, кекс. 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 В подарок, что ли, дали? И все, да. Подарки. А, и мороженое еще. Это, короче, киткат с клубникой. Вот. И в этом, ребят, первым прием пищи у нас 3000 калорий, там где-то 2950 ты подсчитал. Поэтому сейчас, короче, съедим все это, и, скорее всего, будет таких 4 за целый день. И десятка будет минимум, так что погнали. Итак, ребят, берем пищу номер один, залетел слишком легко. 3000 калорий позади, правда, тут картошки здесь немножко осталось. Но я думаю, это не столь важно. В общем, погнали дальше, увидимся в следующем кадре. Спасибо. Итак, ребят, прием пищи номер два. Здесь у нас совсем немного, короче, какие-то бургеры. Да, большой один боксмастер. Также картошка одна. Еще какая-то хрень. Ого. Короче, пока донес домой, вот что случилось с этим пакетом. А, еще курица, да? И вот такая штука. И, конечно же, это Пепси. В общем-то, да, ребят, не буду показывать, как я это все буду есть. Давайте прямо сейчас я это быстро скушаю, поеду в зал. А вы, конечно же, поедете со мной. Ну, типа, потому что я камеру беру с собой. Это, типа, камера, это как вы, типа. Блять, че несу. В общем, да, погнали в зал. Пришел в той одежде, который был босиком, без носков даже. Поэтому сейчас сделаем становую тягу, настроение именно для становой. Так что в ушах у меня сейчас Артур Пирожков. Покажи им ее. Let's go. 4 плиты. Есть. Да. Вы заряжены, мужики? Да, конечно, заряжены. Да, let's go. Вот так
короче, ставлю ноги, и мне очень стрёмно бросать ее. Поэтому нужно не аккуратно. Надо бросать. Берегите свои пальцы. Так, ребят, вы думали, это не замерзайка, но на самом деле это БЦА от MyProtein. И, кстати, прямо сейчас, в ближайшую неделю на сайте MyProtein будут скидки, огромные распродажи. И, конечно же, всегда мой промокод даст тебе 37% скидки минимум. Так что, да, ребят, ссылку на английский бренд, на лучший бренд спортивного питания я оставлю внизу. MyProtein. Смотри, как у меня планка после KFC. На самом деле уже 5000 калорий позади, да? Или так? Ты как стринги снял? Я снял, как трусы подруга сняла. В общем, да, let's go! Снял, как трусы у моей подруги. Через голову. Так, ребят, прием пищи сразу же после тренировки. Здесь у нас большой боксмастер. Получается 30 крылышек, примерно 2500 калорий по моим подсчетам. Но здесь напишу точную калорийность. В общем, это третий прием пищи. Очень много курицы, очень много острой курицы. Также еще большой чай Липтон. Тут тоже немного калорий, я думаю, где-то 200 калорий всего, но это мы не считаем. В общем, да, третий прием пищи, еще будет четвертый. На улице уже потихоньку начинает темнеть, на часах где-то 19.00, не где-то, а 19.00. И последний прием пищи уже будет, скорее всего, поздно, потому что здесь слишком много еды, и нужно будет дать мне время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Too much pride and say he love it, too much hate in your blood. Haters threw me to the wolves, I came back with a fur. Who am I, golden child, I'm the one, I'm the flyest. All men have my flow, yeah, they tryna cock a summit. Don't forgive me, cause I know. В общем, ребят, на данный момент складывается впечатление, что питаюсь так постоянно. И в комментариях вы часто задаете вопрос, как так можно вообще питаться таким фастфудом, это же слишком вредно и тому подобное. Но дело в том, что эти видео делаются с периодичностью ровно один раз в неделю ради того, чтобы сделать подобное видео. Ну, тавтология, конечно, присутствует, да? Ну, в принципе, это имеет смысл. И на данный момент, ребят, мое питание состоит из grow food, либо же просто я отварю себе курицу, рис, очень много макаронов, и все это закидываю на протяжении всего дня. Примерно 3300 калорий у меня получается, я стараюсь сделать нормальный профицит. И вот буквально только-только адаптировался к этому климату, к этим всем приездам. Уже, в принципе, все красиво, питание налажено, режим налажен. Тренируюсь примерно сейчас 3 раза в неделю, выхожу, повышаю интенсивность постоянно. Так что впереди много новых рекордов, я вам обещаю. И, кстати, ребят, как раз таки следующее видео хотел снять уже о моем питании, о моем рационе. Так что обязательно, ребят, если это видео наберет 8000 лайков, я снимаю уже это видео прям моментально, вот так делаю, все красиво будет. Так что ставьте лайки, ребят, и прямо сейчас мы отправляемся на Арбат. Там мы встречаемся с Максом. У нас будет последний прям пичи KFC. Постараюсь его сделать максимально мощным. Поделюсь с вами новыми инсайдами, ребят. Так что погнали. Оу, щит, бро! Бро! Привет, братан! Как дела? Супер! Порядок? Супер! Все здесь спокойно, нормально? Так, под контролем все? Да. Все, тогда давай. Береги этот город, бро. Так, ребят, наконец-таки пришло время последнего приема пищи. Очень много калорий позади, но первое, что нам дали, это мороженое. Ты тоже, конечно, оставила. Я начну его хавать. Это мой, да? Да, мой, да? Спасибо. Хорошо, все хорошо. Наверное, самый большой из всех, которые сегодня были. В общем, здесь у нас чизбургер номер один, чизбургер номер два. Это уже больше 1000 калорий. Картошка по-деревенски, картошка фри. Это самая большая шаурма моей жизни. И кекс, и, конечно же, рожок. Так что, ребят, кушаем все это. Извиняюсь. I'm sorry, здесь еще курица. В общем, кушаем все это здесь. Это 2500 калорий, чуть больше даже. И увидимся уже дома. Половина. На свидание вообще-то здесь. Ну, в свидание вы не собираетесь здесь сидеть и ждать своих девушек? Нет. Вы в 11 закрываете. Нам девушки не нужны, как бы. Как бы, да. Мы вместе. Вы, конечно, извините, но
Мы на свидание. Ну, я не знаю, свидание у вас с KFC, там, с мороженым. KFC с другом на свидание. С другом. С братишкой встретились, поставили лою. Свидание. Ма, упал рожок. Ма, бля. Ребят, на часах уже 4 утра, я заканчиваю с монтажом это видео. И нужно, на самом деле, успеть лечь до 5 утра, потому что в 5 будет вставать Игорь. И он должен мне передать эстафету, и только тогда я могу уснуть. Ни в коем случае нельзя, чтобы наши сны пересекались, потому что в таком случае город будет не в безопасности. Поэтому кто-то из нас должен быть на чеку, делать четкий контент. Поэтому прямо сейчас, ребят, хочу сделать выводы. По сути, набрал за день 1,5 килограмма, меня нормально так подзвело водой к вечеру, я стал более залитый. В общем, на самом деле, надеюсь, вам понравилось это видео. Я очень старался, очень нормально убивался всеми этими калориями, поэтому обязательно поставь лайк. Не забудь подписаться на канал, 10 тысяч на подписан. Также поставь комментарий, если есть вопросики, задавай обязательно мой инстаграм. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Обнимаю, всем пока и счастливо. А я пойду спать, потому что 4 утра. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Игорь! Been a little too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all.